Итак, сразу же объясняю, почему меня так долго не было на канале. У меня было две причины отсутствовать на этом канале такое долгое время. Первое, я довольно долгое время был на даче и копал картошку. А вторая, у меня был сломан микрофон. Ну, не в смысле не сломан, я потерял от него приглушитель лишних шумов. И чтобы лишних шумов не было, я прикрутил туда губку. Самое интересное, что это даже правда. Я сейчас просто стою и говорю в губку. Но неважно, за столь долгое отсутствие на канале я смог вывести, как вы видите, редких тумб, например, а также редкую Сузу. Да, я вам уже говорил, что Суза мой любимый монстр. И да, сначала я хотел назвать это видео «Как вывести каждого монстра» или же «Гайд на уведение каждого монстра», но потом заметил, что подобный ролик уже есть у одного ютубера, а именно Фантюба. Так что, во-первых, подписывайтесь на Фантюба, у него, в принципе, прикольные ролики, а во-вторых, мы начинаем. Гайд на получение каждого монстра в игре. И да, предупреждаю сразу, сегодня не будет туториалов по типу «О боже мой, как вывести такого редкого монстра, как Пом-Пом?» Все абсолютно серьезно. Рассказывать только о монстрах с неизвестной комбинацией, не более. Ну и начнем мы с того, что редкие монстры выводятся абсолютно так же, как и обычные. Просто я довольно часто натыкаюсь в YouTube на туториалы, как вывести редких монстров. Их можно просто не использовать, так как они бесполезны. Но вот с эпическими монстрами все сложнее. У каждого эпического монстра своя комбинация, поэтому в этом видео я не буду о них говорить. Но я буду выпускать туториалы во время эпических акций, не пропустите. Давайте перейдем к вашему любимому, а именно к эфирным монстрам. Вот, например, в ужас. Каждый эфирный монстр делается из 4-элементного монстра и 3-элементного монстра, без исключений. Ну, то есть я имею в виду без исключений и только одноэлементные монстры. Двухэлементные монстры, конечно же, выводятся, как выводятся. Ну, а мы потихоньку переходим к сезонным монстрам. Скелетыква. Тирокс плюс Мочарок. Йоли. Кангушка и Тумпы. Поцелщик. Риф или Птица. Хула. Пом-Пом плюс Пингван. Кулдыколобас, Лаватёка и Софеникс. Нужно понимать две вещи. Первое, это комбинации не в сезонной хижине, а на родных островах. Второе, можно вывести только во время особых событий. Сейчас бежать и пробовать эти сверхспособы не надо. Ну а сейчас комбинации других сезонных монстров, но уже в сезонной хижине, ибо в другом месте их вывести нельзя. Джем в сборе. Хула и Скелетыква. Клавовера. Это будет Скелетыква и Поцелщик. Корильонг. Йоли и Поцелщик. Клеверибка. Недостоверная информация, но Поцелщик и Пузаец. Новая Живербена, Пузаец и Скелетыква. Простите, забыл озвучить. Пузаец — это Лопага и Губка на острове воды. Ну а теперь из двух мифических монстров. Стравок, Тирокс и Лопага. А Гуджуб, Тирокс и Маракастук. Чтобы вывести Сахабуша на острове растений, потребуется раковица и смычарок. Но как же вывести остальных Сахабушей? Как вы знаете, на остров Сахабуша можно перетаскивать еще и других монстров, таких как Мамонт, Клавный и так далее. Совмещая Сахабуша с этими монстрами, вы будете получать таких монстров, как Сахабас, Сахарок или Сахалос. Ну а как же насчет Вублина? Чтобы получить любого Вублина, нужно, во-первых, купить его статую в магазине за 500, вернее, 5000 монет. Второе, начать заполнять ее искрами других монстров. Третье, если вы за определенное время смогли заполнить Вублина, то вы его получаете. В худшем же случае вы можете заполнить монстра алмазами, или он даст вам монеты и уйдет снова в спячку.
небожителями та же самая схема, только покупаются статуи небожителей за кристаллы. А вот со статуями жителей острова Янтаря все посложнее, ведь они исчезают сразу же после того, как ты не смог их заполнить, и таймер начинается сразу же после того, как ты их купил. Ну а чтобы получить монстров на острове племен, нужно приглашать туда людей. Вот и я приглашаю вас в свой остров. Заходите, я принимаю абсолютно всех, если ваш монстр, конечно же, новый. Ведь моя цель — собрать на этом острове всех монстров. Вот так вот называется это племя. Мой ник Space. А сейчас я вам покажу мой код дружбы. Собственно, вот он. Заходите в мое племя. Я бы мог уже закончить этот ролик, однако я решил показать вам, как получать небожителей в игре My Singing Monsters Dawn of Fire. Это достаточно просто, намного проще, чем получать небожителей в обычной игре. Сейчас только игра загрузится, и я сразу же вам все кратко расскажу, как оно все работает. После загрузки игры нас перемещают в такое место, так называемый Звездный Путь. Чтобы получить любого небожителя, нам нужно провести его по звездному пути. Каждый день нам доступен один бесплатный бросок костей. Если нам выпадает такая вот звезда, то мы перемещаемся на один ход. Собственно, после того, как мы дошли до самого конца, небожитель помещается на наш остров, который тут здесь называется Стархендж. Очень необычное название. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что этот ролик был вам достаточно полезен. В нем я вам рассказал, как вывести абсолютно каждого, или как получить абсолютно каждого монстра. В игре Dawn of Fire получать монстров достаточно просто. Про небожителей я вам рассказал. А про всех остальных вы и сами разберетесь. Ведь никаких особых монстров здесь нету. Ну и думаю, что завершить этот ролик я бы хотел очередной попыткой вывести овцебыка. Ну же. Да, получилось! Наконец-то я это сделал. Всем пока-пока!